до конца, не перебивая ни мы вас, ни вы нас, потому что мы приехали сюда абсолютно спокойно, настроены на конструктивный разговор. Мы не собираемся что-то тут делать через колено, по колено или за колено. То есть будем вместе с вами отрабатывать вот ту проблематику, с которой вы обратились к губернатору, президенту. Сразу скажу, что Денис Владимирович сегодня в командировке в Уфе. У них сбор руководителей субъектов Приволжского федерального округа полпред проводит. Но он тоже держит вопрос на контроле. И после нашей встречи я буду ему звонить и информировать его о том, как прошла встреча и каким вариантом мы решений пришли или не пришли. Потому что давайте так вот, ну, митингом все вопросы не решаются. Просто сейчас нам нужно вот до конца вам все сказать, что есть. А потом, соответственно, будем вместе принимать решение. Буквально небольшое вступительное слово. Вот вчера было полгода, как я глава города. Все, что касается вот этой дороги, я не в плане того, чтобы свалить на предшественников. Но это действительно было так. Генплан 2008 года эту дорогу предусмотрел. Проект был подготовлен в 2016-2018 году. Он прошел техническую экспертизу. В машине у меня все эти бумажки есть. Я думаю, они вам не столь интересны, эти бумаги. Но если что, бумажно как бы все подкреплено. Мы вошли в федеральную программу безопасности, безопасные качественные дороги. На строительство этой дороги выделены федеральные деньги. Соответственно, приступили к их освоению. Что было задумано? Что еще в генеральном плане предусмотрено? Потому что я знаю ваши предложения, где-то эту дорогу там подальше пустить и так далее. Чего они, что? Не вот эта новая дорога, она предполагает по себе движение больше грузов? Значит, вот давайте так. Или там будет ограничено движение больше грузов? Это очень важный вопрос, Сергей, для нас, для всех. И для нового поселка, мы и для старого. Мы можем ограничить движение? Никаких проблем поставить, знаете, запрещение. То есть, в принципе, вот сейчас давайте никаких так. Проблем. Нет, совершенно верно. Это давай. Как-то письменно вы можете предоставить нам эту информацию, можем. Чтобы жители были в этом уверены? Можем. Что можем. Мы точно будем знать, что здесь не будут многотонные автомобили перед вот. И вот весь вот этот вот, вся эта кавалькада, которая едет со Степного, она будет двигаться здесь, потому что, понятно, человек ищет, как короче проехать. Они все здесь будут. Положим, мы полицейские для того, чтобы уменьшить скорость продвижения. Значит, еще больше пробка увеличится. И вот это вот от кольца пробка до 23-го микрорайона, она приедет к нам сюда. Совершенно и мы уверены в этом, потому что мы в этом городе живем. Не знаю, как Денис Владимировичу жить ему или нет, а здесь мы живем уже. И наши дети будут здесь жить. И через эту дорогу будут ходить. Нет. Мы привыкли жить здесь. Извините, Денис Владимирович. Вот, ну, вот остановка, такой, жить, утром мы говорим, а мы дети в школу идут, я иду на работу. Как я буду так, проходить давайте, здесь? Давайте по очереди. Мы привыкли здесь жить нашим размеренным методом. И мы не хотим увеличения потока, неважно, грузовой или легковой. Мы прекрасно понимаем. Мы понимаем, что этой администрации это досталось наследство. Но так давайте тогда исправлять. Как? Мы жители. Предложение. В объезд. Давайте. Значит, вы бы сказали про объездные дороги. Да, я и хотел сказать, что. И мы договорились. Потому что если каждый будет говорить, мы не услышим друг друга. Пожалуйста. Расстояние от дороги до домов у нас будет, согласно нормативам, это. Где-то там порядка не менее 25 метров. Какие вы здесь делаете? Здесь 25 метров. А вы можете посмотреть, где проходит угол дома, и тут же через 2 метра там даже нет дома. Так, дальше, Артем Валентинович. Артем Валентинович, как планируется благоустройство полос вдоль дорог? Вдоль дороги, вдоль улицы. Участок непосредственно... Участок непосредственно, который проходит через застроенный жилой массив, имеет следующий. То есть вообще по шуму и по со стороны экологической составляющей два вида. Это либо экраны шумовые, как вы видели на обход города Оренбурга, это на, через Экодолие, либо зеленые насаждения. Так что понятно, здесь экраны жилье не совсем актуально, потому что понятно, это не объездная дорога, а улица, получается, города и в перспективе застраивать. Да. Принято решение о том, чтобы здесь делать, ну, дайте договорить, после благоустройства шумоизоляцию зелеными насаждениями. Так, пожалуйста. Все равно Росташинская была, есть и
будет, и ее точно никто не закроет, как бы вы вот здесь уже не хотели. Да, она уже нас существует. Вот теперь давайте так. Все равно с каждым днем. Тише. Все равно с каждым днем количество машин будет увеличиваться. И по этой Росташинской. Потому что город будет строиться. Как бы вы вот там вот не говорили, я вот слышу, да, мы не город. Уважаемые друзья, вы город. А что тут не поделать? Ничего не поделать. Что тут юридически вы говорите? Объем машины. Машины все равно будут увеличиваться. Это все пространство. Вот вам генплан. Тише. Я не слышу. Тише, ребят. Я не слышу. Руководствуется вот законами, здравым смыслом, разговором с жителями. И поэтому вы можете хоть обкричаться, просто время теряем. Просто время теряем. Не надо, подождите, дайте я скажу. Я знаю, что вы все скажете, потому что дополнительных аргументов каких-то не будет. Поэтому вот что-то ни у вас, ни у нас, потому что тот, кто против дороги, мы не приехали сюда там стоять на коленях, убеждать, ну согласитесь на дорогу. Не будем, не надо. И ни вы, ни мы. Есть позиция ваша. Наша позиция основывается на генплане, на той работе, которая была проведена раньше. Вот сейчас моя... Я что должен сделать, когда уже все продумано? Вот раньше если... надо было думать. Хорошо. И сейчас как-то менять хорошо. Вопрос. Хорошо. Жители хорошо. Хотят дальше. Вот когда чтобы уже, вот когда уже началось... Мы дорогу строим оттуда. Она началась уже. Отменять это нам никто так не позволит. Я как хозяйственник 211 миллионов рублей потерять не хочу. Я прекрасно знаю, что город будет развиваться, будет застраиваться. Поэтому давайте мы будем осваивать деньги с той стороны. Сюда придем, остановимся, перекроем. И будем ждать, когда город будет дальше развиваться. Потому что помяните мое слово. Через какое-то... Или, да, вот о чем говорит Артем Валентинович. Через какое-то время обязательно здесь...